Здравствуйте! С Новым годом! Каждый год я поздравляю своих слушателей с этим праздником. И просто не могу сделать в этом году исключение. Но помнится, я по-разному это делал. Были времена, когда я Дедом Морозом наряжался, а там вдруг какая-то снегурочка мне странная подвернулась. Но потом я ее поменял на нормальную снегурочку. Не знаю, может, неправильно встречал предыдущий год. Тяжелый выдался этот год, невероятно тяжелый. Ну, что тут можно сказать? Я уж не буду говорить об этой пандемии и прочем. Знаете, возраст у меня не юноша. Какие-то друзья уходят из жизни. Что поделаешь, так оно. Ну и поэтому сейчас я решил поздравить несколько по-иному. Я вот вспомнил стихотворение, замечательное стихотворение Булата Акуджавы «Прощание с новогодной елкой», а еще вспомнил, что он говорил по этому поводу. Ну, даже вот напишу на своей доске. Я отношусь к категории людей, для которых в понятии «Новый год» заключен некий мистический смысл. Уже в декабре меня начинает лихорадить при одном упоминании о приближении Нового года. Я жду полного обновления, резких качественных перемен. Я жду обновления моей жизни, жизни близких мне людей и всего человечества. И вот это вот мистическое чувство Нового года, оно, поверьте, сиборит-сиборитом, но оно мне очень и очень близко. Я понимаю, я не Булат, я не умею играть на гитаре и петь тоже не умею, честно признаюсь. Поэтому я просто прочитаю его стихотворение. А давайте послушаем его, и глядишь, каждому что-то придет в голову. Называется оно «Прощание с новогодней елкой». Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых, где-то по комнатам ветер прошел, так поздравляли влюбленных. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка. Вот январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили, громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг знать в простодушье сердешном женщины той очарованный лик слит с твоим празднеством вечным. В миг расставания, в час платежа, в день увидания недели, чем это стало ты нехороша, что они все одурели и утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры. Что же надежные руки свои прячут твои кавалеры? Нет бы собраться им время унять, нет бы им всем расстараться, но начинают колеса стучать, как тяжело расставаться. Но начинается вновь суета, время по-своему судит, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Ель, моя ель, уходящий олень, зря ты, наверное, старалась. Женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась. Ель, моя ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный, будто бы след удивленной любви, вспыхнувший, неутоленный. Для меня это стихотворение не звучит грустно, потому что в нем надежда. В нем надежда на лучшее будущее. На то, что все, что было, не ушло. Оно все-таки с нами. И поэтому я поздравляю вас с Новым годом. И желаю, чтобы все то, что несет наша память, что мы в состоянии сохранить, что в состоянии передать нашим детям, потомкам, чтобы все это действительно сохранилось, было,
А праздник сам по себе. Ну, чтобы он был веселым и радостным. Ну, и что касается надежд, чтобы они все осуществились. Поэтому вот желаю каждому из вас именно то, что он сам себе пожелает. А я к этим пожеланиям присоединяюсь. С новым 2021 годом. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.